У работников Федеральной службы исполнения наказания по Омской области в парке 30-летия ВЛКСМ появился собственный сквер. Сотрудники учреждения высадили сегодня 150 молодых деревьев рядом со стадионом «Красная звезда». Акция посвящена ветеранам уголовно-исполнительной системы, которые отдали им многие годы честной службы. В Омской ветеранской организации таких около 400 человек. Пожилые люди убрали целый гектар земли от мусора и старых деревьев с целью расширить зону отдыха любимого омичами парка. В сквере планируется 4 выложенные плиткой дорожки, скамейки, фонари и даже небольшой фонтан. Посадил свое именное дерево и коммунист Юрий Тюленев. Службу в органах внутренних дел он прошел от рядового до полковника, начальника управления исполнения наказания Омской области. В 1992 году по выслуге лет ушел в запас на пенсию. Все последующие годы активно занимается общественной работой, является депутатом Омского городского совета. Поддержал инициативу ветеранской организации УФСИН о создании новой зоны отдыха в парке 30-летия ВЛКСМ. Это останется память, как говорится, на века. Надеемся, что они приживутся, эти деревья, и будут радовать глаз омичей. Что касается самих сотрудников, вы видите, что здесь только часть находится, остальные там находятся на выполнении поставленных задач по обеспечению охраны и безопасности спецконтингента. Но, однако, и они примут участие в дальнейшем благоустройстве этой территории.